иначе не получается. Эх, опять не получается. Лови! Сегодня играем, мяч не забудь! Кыш, кыш! Бабушка, там была задача, а ты? Них, Ныч, еще есть время. Сама решишь. Сама решишь. Я ухожу, а ты поторопись, опоздаешь. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Здорово ты ему гол засандалила, а? Скажи, Тань! Ха, я бы еще могла, если бы противный вратарь меня за косу не дернул. Что это? Не знаю. Вовкалывает. Скажи, Тань. Да. Вот бы ее домой. Раз, два, и уроки готовы. А ну-ка, держи. А быстрее можно? Можно, но не нужно. Клоция экзитомна на АЗ и субтилярным бурдомностью. Нет, нет, коллега, пропилляр туркает окклюцию. Посмотрите. Да-да-да-да-да-да-да. Она решающий гол забила. Скажи, Тань. Ха, я бы еще могла... Вратарь тебя за косу дернул. Правильно. Только как ты узнала? А что еще случилось? Ничего. Скажи, Тань. Вот именно, скажи, Тань. А кто двойку получил? Мы. Неужели по телевидению передавали? Зачем? Просто я сама видела, как ваша задача улетела. В ремонт его. Бабуля, мы домой. Идите. Чего ты? А? Есть мысль. Ну, кажется, все. Откуда взялся? Включай компьютер. Зачем? Он нам уроки сделает. О, вот здорово! Нажимай на кнопки. Вот это да!
здорово. Но нам это ни к чему. Выключай скорее, выключай! Я ничего не вижу! Это же была пожарная кнопка. Его включим. Может, он знает. Я вам помогу. Я все знаю. Бросайте все сюда. Вот ваша кнопка. Это не та кнопка. А говорил, все знаю. За шкафом вдруг нашел я пыльных, давно заброшенных бумажных голубей. Увидел птиц с задачками на крыльях и вспомнил детство, вспомнил о тебе. Летит бумажный голубь из наших детских лет, из наших детских лет. А ты на этом голубе все пишешь мне ответ, все пишешь мне ответ. Письма на почте принимать не стали, письму без адреса по почте не дойти. Мы так легко друг друга потеряли, так нелегко друг друга нам найти. Летит бумажный голубь из наших детских лет, из наших детских лет. А ты на этом голубе все пишешь мне ответ, все пишешь мне ответ. Звоню из каждой телефонной будки и слышу длинные гудки из пустоты. В моей руке завяли незабудки. Ну почему не отвечаешь ты? Летит бумажный голубь из наших детских лет, из наших детских лет. А ты на этом голубе все пишешь мне ответ, все пишешь мне ответ, все пишешь мне ответ, все пишешь мне ответ.